Что толку ждать, пока что-то случится? Есть поручение? Да, но помни, что там придется беспокоиться не только о Дерке. Спокойствие, профессор. Курьеры тысячи лет доставляют посылки в сложных условиях. Наши тропы становятся дорогами. Так ведь говорят? Да, но лучше не встречаться на этих дорогах зараженными. Особенно с нынешними. Сейчас полно слухов о новых ужасных тварях. Да, я их видел. О, боже. Сомневаюсь, что он поможет. Гильдия курьеров. Спасибо. Пожалуйста, подождите минутку. К нам кто-то пришел, Жизель? Нет, мама, я просто запираю дверь. Спасибо за письмо. Оно от моего возлюбленного. Кельт живет на другом конце города. Мы очень хотим быть вместе, но родители запрещают. О, да. В последнее время это модно. Но вряд ли я смогу что-то сделать. Во-первых, вы можете меня выслушать. Мне больше не с кем поговорить. Окей. И вы можете доставить это письмо. Если бы он мог уйти из своей семьи, мы были бы вместе. Но он не может. Так что я пойду к нему. В письме сказано, где он должен меня встретить. Ладно, доставлю письмо в гильдию. Вам почта, сэр. Спасибо. То, что надо. А то в последнее время совсем тихо. О, дорогой, я бы сама забрала. Прекрати, Таня. Я тоже на что-то еще способен. Я не это имела в виду. Запомни, я лишь потерял ногу, а не превратился в одну из этих тварей. Нет,
Нет. Ладно, а от кого письмо? От командования. И я, не открывая его, могу сказать, что в нем написано. Да. Я комиссован. Непригоден для несения службы. Нет. Ой, милый. Заткнись! Мне не нужна твоя жалость. Мне нужно найти себе занятие. Потому что сейчас я как хромая лошадь, ждущая, когда ее пристрелят. Но, может, должно пройти какое-то время, дорогой. Многие в твоем положении... Что я сказал? Никакой ебаной жалости! Я даже без ноги могу тебя догнать! И у меня есть две руки, чтобы тебе нападать. Так что закрой свой рот! Эй, умник, как идет доставка? Как всегда. Мне дали письмо. Я за всем прослежу. Спасибо, профессор. Парень, да ты летишь вверх по служебной лестнице. Еще чуть-чуть, и снова тебя повышу.